Сегодня у нас 20 июля 2018 года. Это вот недалеко от бывший лагерь Стан. Вот его туалеты там всякие. Вот, и вот сейчас подходят дети. Идут с Потеряевки на костер. Сегодня у нас пятница. Последний костер будет. Потому что в воскресенье многие уезжают из детишек. Кое-кто остается. Вот, и все, будет последний костер. Называется прощальный костер. Вот здесь вот покос Жени Ничука. Дьякона у нас Потеряевки. Вот сейчас. Сегодня они будут учиться у нас самим все делать. Начинать зажигать костер. Как это все делается, постепенно будут учиться. Вот, что-то у них там какая-то остановка. Вот, что-то выпало уже. Нет, глаз да глаз нужен за ними. Видно, что Тараси даже не напрягается нисколько. Боком. Да, поворачивайте. Костерчик наш. Все, хватит. Малинкой пахнет. О. Малинкой точно пахнет. Да, пока ничего не трогаем. Только малинкой достаем бумагу оттуда. Точно. Газеты. Ага, как? Я не полезу туда. Возьмем газеты. Можно я зажгу? Мы все по очереди будем зажигать. Сейчас слушайте внимательно. Лёва, сюда подошел. Куда пошли? Тарасик, Нестор, сюда идите. Куда убежали-то все? Сюда иди, говорю. Что? Вы не переспрашивайте, я рассказал тебе, значит, идите. Сейчас внимательно слушаем. Каждый берет сейчас, разжигает костерчик вокруг вот этой ямы. То какой костерчик сам уже решает. Сильно большой, конечно, не надо. И потом я это все объединю, в маленький сделаю. Понятно? Все, берите свои щепки, Дима, газетки Дима, потом, газетки потом, да. Дима, каждый выкладывает свой костерчик. А можно вместе? А Владимир Юрьевич вам подскажет, как правильно уложить, чтобы у вас горело. Внизу бумагу. Нет, я же сказал, каждый отдельно свой костерчик, потом вместе объединим. Бумагу, потом тонкие щепки, потом уже дрова. Все, я пошел. Ну правильно, да, или бересту можно. Всего лишь по одной штучке бумаги. Больше не брать. Так я всем взял. Ребят, сюда. Все, газету не берите, там Нестор на всех взял. Там это, коса, куда не лезьте. Щепки можно и там вон взять, вон, там всякие полно. Тараси. Подождите, я еще не взял. Все уже бросили, все начали топтать. У вас совсем нет никакого понятия. Ничего не надо делать. Надо им подсказать, Владимир Юрьевич, а то они сейчас накладут, может неправильно где-то а что-то. Вот я знаю, ну давайте попробуйте сами печку разжечь, без помощи. Ну давайте так, давайте. Как вы знаете, так и разжигаете. Как у вас воображение подсказывает, чтобы загорелось? А потом мы видим, у кого загорится, соревнование такое. У кого лучше гореть потом будет? Кто выживет в лесу? Да, у нас так проводится. И а кто останется без еды, будет сырую пищу есть? Если оно вообще найдется. Не, спички у меня есть. Не надо ничего разжигать. Что ты там придумал? Я спички дам. У меня целый шалашик. Нет, нельзя повторяться. Я еще возьму корочки и найти. Вы там берите, в кустах тоже полно всяких палочек. Нет. Мне нужна эта кора.
Нет. Помнишь, как мы разжигали печку? Не помнишь? Вот, а газетка уже полетела. Лёва, у тебя газетка а уже. А газетка. Ну а что она у тебя улетела? Короче, я готов разжигать. Ну логично. Сделайте какую-нибудь. У кого разожжётся? Давайте выводить. Подожди, ещё не все закончили. Выводите разжигатель или мусор? Тимофей, ты смотри внимательно, у тебя бумага сгорит, что у тебя гореть потом будет? Тихо. Мы еще посмотрим, как у вас сейчас загорится. Смеетесь. Ну да, смеемся еще. У меня практически готово. Спорта! Тихо. Спасибо, Нестер. Что? Все в твоих руках, Тараси. А зачем мне жить? Для красоты так, как приправочки. Все готовы? Да. Я нет. Я готов. Раз, ты готов? Сейчас. У меня же готово. Все, готово. Я подумаю. Андрей Наринович. К вечеру скажу. Раз. Сейчас. Подложим еще щепочек. Все. Я готов. Я готов. Тихо, аккуратно. У Нестора самый красивый костюм. Да. Так приправка выпасится. Так, что решим, Владимир Юрьевич? Будут сам зажигать или мы подзажим? Я сам. Сами зажигаю. Сами, мне да? Первому. Тихо. Давай. Будем по очереди перезавать. Да, по очереди зажигайте. Так, стой позади своей кучки. Тимофей, встань напротив своего костерка. Я сам тоже зажигаю. Господи, благослови. Попробуйте с одной спички зажечь. Помолитесь. Скажи, Господи, благословите. Что вы делаете, палец? Проверяю на ветер. Давай. Кто использует именно с одной спички подожжет? Тихо, Тимофей, ты встал, смотри, камень. Берите следующий. Где? Подожди, подожди. Тарас берет следующий. Я хочу снять. Так, Тимофей, если встань возле своей кучки, я сказал не двигаться. Просто смотри внимательно, как зажигает, у кого лучше получается, у кого нет. То есть должно загореться вот полностью все вот эти дрова должны. У вас одна спичка, вторая уже не одна, дается. Да. Если эти дрова загорятся, вот эти крупные, это означает, что полностью правильно костер разожжен правильно. Ага. Если они не загорятся, то это означает, что заново придется все разжигать. Вот. Я ничего сейчас так не подсказываю, потому раз спичку что. Ты сожег уже? Не, я уже вижу ошибки. Отвалилась. Ошибки, очень много ошибок. У многих ошибки здесь есть очень большие. Так, ну все, вот у Нестора загорится, все у него отлично. У него дрова горят. А, горячие. Все правильно сделал. Так, кто старше следующий? Лёва, ты? Я. Бери спички. Больше вам не допустят. Так, спички. Ты с одной зажег, да? Да, я только с одной, да. У него одна сломалась полностью. Это там селитра отлетела. Вот здесь все правильно. По всем правилам. Ну, конечно, не такой... Все. Блин. Все, ты свой шанс истратил. Нет. Бросай. Оно у него потухло. Держи. Вы внимательно посмотрели, как братья у вас зажигались? Огонь все ее забрать. Да, не зря меня Ваня учил. Да. Не зря тебя Ваня учил. Настоящий учитель. Заставлял меня. Прям заставлял. Типа быстро пошел пить. Сам топи. Я топил. Молодец. Кстати, я так топил, что было очень жарко. Так и лучше не надо топить, иначе кому-нибудь поплохеть.
прям не так сильно топить. Я один раз зимой так растопил. Все прям чули в сугроб не бегали. О, жарко, жарко. Видишь? У него все погранит. Давай, Тима. Все! Конец. Я сяду. Молодец, Тимон. Все, давай спички сюда. Алло. Ну, видишь, у тебя костер, у тебя солома поверх, она должна быть внизу. Туда. У тебя труд, получается, сверху он прогорит, а дрова не загорятся. Надо было с бумаги начинать. У тебя ошибка большая. Тимофей, надо было с бумаги начинать зажигать. Теперь молись Богу, чтобы под этой соломой бумага не сгорела. Так, я подбрал газ. Ну, дрова могут взяться, в принципе, там. Подбалкой. Потаскивайте дров еще. Ну, Лёва, жди чудо. Может, видишь, загорится твой костер. Аккуратно возле костра, аккуратно. Свой, не трогай его, не трогай. Ты своего иди. Когда твой загорится, ты все ждешь. Они будут скоро есть, так образно говоря. А ты будешь все сидеть ждать. Когда же молния ударит твой костер, он загорится у тебя. Когда же тебя помилуют? Когда же тебя хозяева помилуют? Вы должны выбрать сухие дрова, чтобы у вас все было. Выживание настоящее. На уроки Ивана прошли не зря. Такой один раз выживание. На уроки Ивана прошли не зря. Он меня и баню заставлял топить. Да, потом девчонка была плохо. Потом что жарко было. Да? Ага. Ну я вообще мать разжигать. Да. Я этого не разжигал. Давно не разжигал, но сейчас помню, как это. Они какие-то не очень, потому что они не так сильно ломаются. Да. Неплохо ломаются. Лёва, ты понял свою ошибку-то, нет? Да. А что именно, как ты понял? Повернись сюда. Ну что? Повернись, повернись, говори. Нет. Что ты не так сделал? У кого лучше? Где спичку? Вот зажжёшь, где ветер, и ветер у меня всё ждёт. Ну то есть высоко или низко ты держал спичку? Ну почему ты решил, что низко? Вот они держали низко, а ты держал высоко. И тебя ветер дунул и затушился. Тебе надо было зажигать, и близко очень возле этой бумаги было, возле соломы. А ты ее приподнял, конечно, над костром, она у тебя задулась тут же сразу. У Тимофея тоже чуть не потухло. Еще бы чуть-чуть, у него бы потухло. Тоже была ошибка. А у кого не было ошибок? У вас вот вы пониже вроде взяли хорошо. Вот. Ну там у печки там нету ветра такого, как здесь. Ну, да. Зато я у нас там, когда ходили в поход, мы костер разжигали. Нужно сначала снизу, сначала бумажку класть, потом тонкие щепки, ножом вот так тыть топориком, а потом уже дрова сверху. Нет, сначала нужно бумагу, потом кору, потом... Нет, кору не обязательно, кору если можно... у тебя нету. Корой мы надо за один раз с одной спички растопить. Корой. А без коры ничего. Придется использовать тонкие. Потому что у меня Ваня научил корой пользоваться. Слава Ване! Слава Ване! Слава... Ну что он у вас слабо-то горит? Надо, чтобы побольше горело-то. У него Тараса скоро вообще может потухнуть. У этого Тимофея точно так же. У вас костры-то вот-вот затухнут уже. А бумажки можно еще подпасть? Нет, бумажки нет. Все, хватит вам. Экономия. Бумажку это, Нестор, собери и ведро убери там. Она здесь нет. Полностью убирай его. Тарас, ты должен сам себе добытчиком быть. Это нехорошо у чужого сразу брать. Ты свой труд делай. Нет, а так, бы было так это, Тимофей, одень кепку. Ты уже помолился, все, одень кепку. А Лёва когда? Разжжёт.
Ну вот он ждет, когда у него все случится это. Когда у него загорится все. Но у него не загорится так. Так ничего не бывает просто. Молись Богу, чтобы все загорелось. Так можно молнии типа что-то. Тарас, куда ты понес эту палку? Да она плохая. Вот она плохая, бросай, она сгорит все равно. Вот это мне нужно. Не надо лавку ломать. Что не надо? Клади, она перегорит посередине, и все, и потом подкинешь следующую. Две половинки. Да упорно. Что? У вас было бы несколько вариантов, я вам потом скажу. Насчет Левы даже. А можно Леве уже снова разжечь? Пусть Лева разожжет. Нету. Там есть ведра, можно ведра. Ведра возьми, кому надо это таскать мелочь. Ведро возьмите и в ведре принесите. Хорошая идея. Глаза выедают. Тарасик, газеты прижми, чтоб не улетели. Там, топориком или чем. Прижми там. Нестор, не стой. Разжигать надо больше. Да, не стой. Ну, старайся. Смотрите, какой у меня костер. Живот. Только кострищу. Раз, ты сейчас заглушишь все. Я знаю. Как можно этому Леве помочь, чтобы у него загорелось? Он может взять палочку и разжечь у меня. Возьми палочку, идем. Протяните ему этот мостик помощи, руку помощи дайте ему, брату во Христе. Осторожно, возле моего костра не бегал, он очень горячий. Сейчас ты, Лёва, понимаешь, почему надо друзей иметь? А был бы ты сейчас один в лесу, то и все бы, погиб бы сейчас. Спичек-то нету. А есть какие способы разжигания, Лёва, тебе говорили об этом? Я знаю, скажите, как можно. Так можно, а еще как можно? Владимирович, какие еще способы есть разжигания? Вот так вот драть палочку, вот так вот трясти. Он уже сказал это. Есть кремень еще, мы с помощью кремня запекали искру. Крут собирали, ага. Искрой. Можно лупой, от солнца, сейчас у солнца есть, можно лупой разжечь. Угу. А один даже по... Один даже показывал способ, соколовку такой есть, там в ютубе показывает. Там. Стой! С помощью ложки. Ложки, она отображает и разжигается тоже. Да, можно даже бутылку, если нет, просто бутылку, пластиковую бутылку, воды налить, или ну, воды какую-то, ага. И вот если солнце есть, можно даже с помощью бутылки. Один через мешочек с водой тоже показывал. Да. Да, то есть, ну, да. То есть вода используется как лупа, да? Да, ну что вы, что? У меня. Лёва, подождёшь, хорошо? Можно ему мостик сделать, чтобы от вашего костра протянулось к его костру, и все, и загорится о, сразу. Мостик, да. Я знаю. Но для этого надо сухие, сухую именно бросить. А то сырую бросить, и она не будет гореть. Я тоже протяну. Ну там просто кусок соломы взяли, зажигли и бросили, и загорит. Ну вот. Ой. Все, бросай, готово. Спасибо, только там солому уберите вот сзади, то сейчас перехлестнется, быстрей.
Садик, где Лёва? Убирайте солому. Нестор, убери солому там. Подгреби прямо к костру. Прямо к костру подгреби. А то там сейчас все быстро вспыхнет. Да где ты сидишь, Нестор? Вот где ты сидишь, солому сюда, прямо к костру убери. Тараси, наоборот, костру закинь. О, все, Лёва, подгоняй. Да ничего. Это что, пожар будет, снимайте. Горит. И все мы. Ну, Тяма, ты не хватаешь, что ли, вас? Вы даже не отодвинули, не сходите. Вот одна из стоя, все загорится. Лёва, быстрей! Беги за палками. А где? Бегом, 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 пока сердце не потухло. Это мои. Ух ты! Сейчас береги. Эй, вы что, мой костёрчик? Мама родная, так, мама родная. Так, аккуратно, аккуратно. Да все, отошли, отошли. Я не хочу быть жареным Нестором. Как может произойти лесной пожар? У нас такое было уже. Лесной пожар? Да, в поле мы полностью, так сказать, поле сгорело. Вот от такого же, такой же ситуации. Ребята просто баловались. Ну, зажгли. Там сухая трава была, и полностью поле выгорело. За 2 минуты буквально, я только оглянулся, они: Владимир Юрьевич, кричат. А там все уже горит, все уже. Там невозможно потушить. Все сгорело, полностью все поле. Нам пришлось убегать. Один путь. Или заживо сгоришь. А сколько вы бежали? Ну, мы на велосипедах были. Мы уехали на велосипедах быстро. Близко не подходи. Куда близко подходишь? Вон там, вон, Володя, вон там горит еще. Володя, вон, вон. People.
Подходите. Колючки в бой. Да. А! Вперед. Так, все с галетками, все. Вот, смотри, вот, это мало. Так, не подходи близко, я сказал. Все сгорит, сожгли, а? Ну, то, что сухое, надо убрать, сжечь все. Вот здесь ставка так будет, не попалось. Еще, еще, еще. Вот и шлопа! Здесь не подходи. Уходи! Моим детям не прикасаться, я сам кидать их буду. Сам! Вперед! Кто это мои ветки? Быстрее! У нас все кончилось! Все, все, все! Все. Сегодня все махом швырнул! Я этот день запомнил. Хороший день, когда я сам разбегал. Не запрещено разбегать. Гора, гора, кому кому? Вот так того. Нет, ну что ты делаешь? Не бросайте. Все, хватит. Все, не бросай. Я тебя поздравляю. Я знаю. А можно еще одну ветку? Нет, все, хватит. Просто сюда таскайте, я так. А вот такую. Так, вот. Ну хотя бы эту маленькую можно? Зачем? Таскай лучше для вас. Еще вам ветки. Ветки за ветки. Жечка, надо будет сюда. Надо, чтобы угли были. Картошка же на углях делают. Это можно сразу кинуть. Небольшие. Сейчас выкидываю. Я больше не буду делать. Сейчас ближе. Помогайте. Есть. Кладите кучу, так принесите. Помогай, смотри. Лёва, больше бери. Ты две палочки тащишь. Тимофей, побольше возьми палочек. Две и беру побольше. А то по две палочки носишь. О, давай выдергивай. Сможешь? Боль не сразу почувствовала, но ладно. Обидно досадно, но ладно. Кинооператор стрелять нельзя. И ты плюс христианин. Ты причина? Молодец, вытащил. Нужно полово разрубить. Ну фига. Они большие слишком пожарки делают. Это надо спрашивать у нашего начальства. Что, все рано? Все. Ужин.
А вы что?